Первая эмоция была, это какая-то радость и что-то такое. Скажи честно, их кто-то заказал? Никто не заказал. Это мой проект. И я уверена, у него будет коммерческий успех. Далеко пойдешь. Танцевала я с детства. И мне знакомые стили, особенно тот, в котором мы сейчас начинаем танцевать. Мне близка музыка, и это проще. Я помню, что когда я встретила Максима в первый раз, и мы поздоровались, я увидела его большие крепкие руки. Я подумала, не уронит. Я думаю, что танцы на полу – это, конечно, рискованный шаг для нас, потому что на льду мы катаемся как профессионал и непрофессионал. А тут, получается, два непрофессионала, и поэтому это очень смело, мне кажется. И я думаю, что всем будет интересно попробовать в этом образе себя. Он очень хороший. Он может меня спокойно учить чему-то, он не срывается, он воспринимает меня с каким-то юмором. Я думаю, что все будет хорошо.